Ребята, находка очередная беда назревает. В Находкинском в Приморском судоремонтном заводе уже четвертые сутки горит пароход, а точнее догорает. И всем похую. Пожарники приехали, дежурят, чтобы, видать, огонь не распространялся по воде. Но это полбеды. Пароход кренится с большой скоростью. Я так думаю, что он сегодня ночью точно перевернется. И будет очередная катастрофа. То, что всем похеру, то, что у нас тут уголь лежит везде. Бухта засрана. Ну, еще и пароход ляжет. А ему совсем чуть-чуть осталось. И самое что интересное, то что всем похеру. Хозяев, я так понимаю, нету. Представителей парохода нету. Опа. Он там дымит в носу, догорает. С машины труб дым идет. Так что ему уже тут, если воду не начнут откачивать, он перевернется сегодня-завтра, послезавтра. Это никто не знает. Но перевернется точно, если никто ничего делать не будет. Он уже горел 4 месяца назад, и вот тут законсервировали, поставили. И походу, видать, где-то труба какая-то перемерзла, лопнула, была замерзшая. Пожар произошел, все отогрелось, и он сейчас потихоньку набирается водой. Потому что я не думаю, что это пожарники так его водой залили. Если он бы залился, его залили водой, он бы стоял бы на одном уровне, или с одним креном. Вот такие вот дела, ребята, жители Находки. Скоро еще один у нас, еще одна катастрофа будет в бухте. И повторяю, всем похеру. Никто ничего не собирается делать. Только пожарники контролируют свою часть. Ладно, затонет. Еще раз попробую снять.